Хейо, гайз, с вами Шимики, мы продолжаем пройдите игру по названием Bionic Oasis. Мы получили духа воды, теперь у нас следующий дух чего-то. Так, мне было сказано прийти сюда. Ну, я здесь. Мне нужно выстрелить в какую-то часть водопада. Мои пузыри могут открыть водяные ворота. Ну, открывай. И чё твои пузыри не открывают мне водяной проход? Ну вот, водопад. Не понимаю. Или... Вот, сюда, так? И почему они не открывают, алло? Он не открывает. Я мог сюда спрыгнуть. Серьезно? Вы не шутите. Прикольно. Оказывается, здесь был проход, и я мог бы вообще спрыгнуть в воду. Что-то мне хотя бы дали. Статус? Подожди. Ранг 2. ХП 202. Ничего. Грязевики. Здесь постоянно стреляли, и это непонятно что. Ау. Хоть бы предупреждали. Так, ну ладно, я получил хотя бы ключ. Let's go.
Оно того стоило? Что это? А, то есть так летучие мыши меня не могут достать. Не свали. Так, еда, подожди. Тебя положить. Тебя скушать. Тебя подобрать. Ну ладно. 3/4, больше половины. Мясо восстанавливает больше половины. Поэтому так вот. Поэтому вот так вот. О, гриб дали. Теперь мне постоянно нужно будет смотреть, что мне дают. ХП и СП сразу дается. Ладно, гриб 7. Да, вот нога, это такая имба. Короче, если что, лучше красться. Удар. Мне интересно, что мне за камешек дали. Хотя могу отсюда просто сюда спрыгнуть. F5 и посмотрим, что мне дали. Статус, вот, один чего-то. Водяная хреновина какая-то. ХП 2, СП 1.5. Запомнили. Так, F и погнали. Ключик. Пойди, здоровик, не должен восстановиться. Ману положить. Да. О, восстанавливает полностью СП. Так, водяной. Пускай будет пока что так. Thank you.
А это кто такой умный? Странный огонь. Так. Положить. Почему он за мной гонится? По-любому меня коснуть хочет. Понимаете, если тогда он... Ладно. Ну, короче, примерно понял. Подожди. Так, дальше вот здесь он появляется. Подожди, а давай я еще возьму. А, так он херовый. Стоять, вернуться. Так, 12, 10, 10. Так, F5. Черт. Да ёлки. Добро. А, то есть мне только руки осталось уничтожить. А-а-а, вон на что. Не-не, подожди, не поджигай меня так сильно. А
чё он тогда не вылазил до этого? Почему огонь на меня летит? А как огонь одолеть? Огонь тоже убивается. Вот что меня ударило сзади? Все. А я не знаю, что меня ударило. Ну и чё? Ну и чё? Так, и как раз, да, я посмотрю, у меня увеличилось, по идее, ХП. Смотрите, ХП увеличилось на 2. О, у меня все увеличилось, и ранг увеличился. А, нормально. Меня зовут Ифрит, и я огонь, сжигающий все на своем пути. Золотой наручник, мой повелитель. Он нашел Ифрита, духа огня, который был усыплен в храме водопада. Инструкция. Огненное дыхание. Нажмите кнопку А, чтобы извергнуть поток огня. Огненная атака. Нажмите кнопку А дважды, чтобы свернуть Ифрита в шар. Пылающий огонь. Нажмите А на 1 секунду, чтобы устроить огненное наводнение. Нажмите А, Б, С, чтобы закончить вызов. Ага. Ну, это если... тебя окружили, ты можешь, в принципе, использовать это. Ты можешь использовать эту способность. Так, по идее, мы получили то, что надо. Но, замечу, теперь мы можем с вами попасть там, где этот был. Как он называется? Ну, я думаю, вы поняли. Ну вы поняли, надеюсь. Стоп, а чё это? Как подняться? Да ладно. Ха. Блин. А как их вызывать? Знал бы я, что туда можно уже попасть, я бы сюда пошел. А хотя у меня бы Ифрит закончился, да? А если с этой стороны я шмок залезть? Ну а куда мне нужно было знать? Мне огонь нужно где-то добыть. Эх. Как вызвать духа сейчас? Сука. Вот знал бы... Ладно, давайте, короче, к королю сбегу и начнем на короле. Хорошо, я прибежал. Давайте разговаривать. Али, солдаты должны мне, что несколько групп чужаков остановилось немного севернее водного храма.
Ты должен побыть в этом месте, прежде чем они повредят... навредят жителям. Отец очень волнуется, я тоже буду осторожен и вернись целым и невредимым. Но здесь хотя бы можно хпшку восстановить. Блин, вот серьезно, что за херня? Почему я не могу теперь использовать? Понимаете? А, там под мостом было то, что мне нужно было. А я это использовать не могу. Там нужно было разморозить. А как я разморожу? А подожди. Ага. А как я действительно разморожу, если там тоже нету мороза? Давайте еще раз туда сбегаю, попытаюсь сломать с помощью меча. А, да, и на карте... И на карте, если что, нам нужно бежать. Ну, в принципе, туда мы и побежим. Хотя я могу там и начать серию, ребят, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.